Здравствуйте! Сегодня мы хотим поговорить о семье. Семья – это на сегодняшний день самая главная ценность в жизни. Именно семейные ценности призван пропагандировать конкурс «Мерилы Атбасы», который проводится в Казахстане по инициативе главы государства. И этот конкурс стал поистине всенародным и любимым. Сегодня у нас в гостях одна из победительниц этого конкурса – Зарема Гумарова. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Скажите, пожалуйста, в какой семье вы родились? В очень большой, дружной семье. Нас четверо детей. Отец – преподаватель истории, мама – домохозяйка, но она была библиотекарем. И всю заботу, всю свою любовь вложила в нас, в детей, и в заботу о своем супруге, о моем папе. Поэтому семья очень дружная, интересная, веселая, гостеприимная. Вот сразу в этих прилагательных, в этих вот признаках нашей семьи я сказала уже вот о духовных ценностях, которыми жила наша семья. А когда вы лично создали свою семью? Это случилось в 92-м году. На заре далекой юности, молодости, да, столько лет прошло, а как будто было, случилось это вчера. Действительно, незаметно пролетают годы, годы, прожитые тоже интересной жизнью, в любви, в творчестве, в поисках, в каких-то разногласиях, но все равно в любви, все равно в заботе друг о друге. И этим тоже сильна наша семья. Каждая девочка, когда она маленькая, мечтает о том, что у нее будет определенное количество детей. Вот, например, моя дочь всегда говорит, у меня будет 10 детей, я боюсь, я думаю, что это сбудется. Скажите, пожалуйста, в вашем случае такое же было? У меня вот наоборот был какой-то, вот, к сожалению, комплекс. Я не думала, что у меня будет много детей. Я больше любила проводить время с книжками, с игрушками. Ну, и дружить любила, но все-таки больше сама с собой. Вот понять себя, свой мир, услышать себя. Поэтому я не думала о большой семье, ну, 1-2 ребенка. И когда зародилась наша семья, дети, они вот сразу не были даны Всевышним, и как-то вот меня все это потом и напрягало, и угнетало, и в то же время где-то легкомыслие я допускала. Ну, нет детей, ладно. Но хорошо, что рядом были близкие, родные, друзья, мои коллеги по работе. И они взывали ко мне, к моим чувствам, и били тревогу где-то. Да, 7 лет не было детей, а потом... Как началось? Да, 4 детей, и в этом мое счастье, наше развитие и, ну, наверное, радость окружающим от того, что нас много. Какие-то семейные традиции существуют у вас? Но кроме того, что главная наша традиция – это гостеприимство, самое главное. Иду с магазина, иду по улице, вижу своих знакомых, вижу своих соседей. Первое слово – здравствуйте, саламатсизба, исян миссис, и обязательно заходите на чай, я вас жду. Вот от этих теплых слов человеку становится теплее, но мне самой приятно, мне самой веселей. Мне самой становится позитивнее и как бы перспективнее даже. Я буду готовиться, я буду ждать, я буду во всеоружии, я буду весела, я буду добродушна, и моя семья будет едина. И вот от этих слов уже, ну, заряжаешься энергией не только ты сама, конечно, заряжаешь энергией окружающих. Вот это традиция гостеприимства. Мой младший сыночек, но он теперь не совсем младший, но из сыночков он младший, затеял и придумал такую традицию угощалочка. Мам, что-то скучно, а не сходить бы в магазин и просто подкупить сладкого, угощений. Или я сбегаю, а ты что-то испеки. Ну вот так мы делимся. Тут же Данил с Эльдарчиком ставят стол, стулья, все это быстро собирается, гостиная превращается в уютный такой гостеприимный уголочек, и мы сами садимся все пить ароматный чай с угощениями, угощалочка. Если есть возможность, конечно, ребята дома, друзья, ребятишек, они зовут своих,
друзей, я всегда рада тому, что приходят ребята. Да, немножечко беспорядок, немножечко суетливо, но это радость, которую получают от общения дети. И это они понесут потом в свою жизнь. Это самое главное. Вы говорите о том, что ваши дети воспитываются, так скажем, в атмосфере любви и понимания. Но на сегодняшний день, просто интересно, вы всегда такая была добрая, позитивная? Ну, у меня есть, конечно, моменты, вот я пришла вся такая добродушечка. Нет, конечно. Есть и моменты раздражения, моменты отчаяния бывают. Но я знаю, что вот помогает то духовное, что в нас заложили. Чтение книг, пение песен. Ну, юмор, опять же, шутки, совместные прогулки. Вот это помогает. Даже если мы поссорились, но в первую очередь мама должна сама сделать первый шаг. Обязательно погладить ребенка, просто его приобнять, посмотреть на него ласково. Ну, ругать нужно без раздражения. Но этому я тоже училась. И учили меня дети сами. Нам кажется, что мы воспитываем детей. Нет, они нам дают заряд вот, бодрости, позитива, энергии новой. И понимание мира, понимание их детского мира. Потому что мы же быстро забываем о том, какими были сами. Да, детские картинки, воспоминания живут с нами долго. Но мы в роль родителей, вот назидательных родителей, поучительных родителей, мы быстрее с этой роли сживаемся, нежели чем понимаем и принимаем детей такими, какие они есть. Поэтому, конечно, ну, это вот такой взаимный процесс, поэтому каждый ребенок, он приносит вот то новое, то положительное, то нравоучительное и духовное, которое, может быть, ты где-то потерял по дороге жизни. Поэтому это только радость. Интересно, в некоторых семьях, у которых много детей, каждый ребенок чем-то уникален. Скажите, ваши дети, вот каждого перечислите, чем они уникальны? Моя старшая дочь Лолочка, она очень творческая. Она пишет стихи. И вот если я пишу четверостишье для своего праздника, я сижу, можно сказать, в муках придумываю эту рифму. Ищу эту рифму, тружусь над ней. К ней стихи приходят с неба. И это талант, безусловно. Вчера мы проводили концерт благотворительный, она была ведущей. И о творчестве я ее попросила посмотреть в компьютере. Это же несложно в интернете найти строчки о творчестве, о музыке, о духовном. Она сказала: мам, я ничего не нашла. Я подумала, ну все, это уже какой-то провал. Я просто сочинила, мам, поэма минут на 7. Поэтому это большой ее талант. Она поет, она сочиняет стихи, она очень чутко воспринимает окружающий мир. И я за нее спокойна, что у нее все будет гармонично, потому что она слышит других. Она не только говорит о себе, она слышит других. Это самое главное человеческое качество. Ну и качество музыканта, это профессиональное качество. Она будущий музыкант. Вот, Данил, Ильдар, мальчики. Мальчики — это спорт. Ну вот, вы знаете, с рождением четвертого ребенка у нас в семье маленькая девочка. Четвертая наша радость, наше все, Алиночка. Вот у Данила, у нашего, раскрылись такие качество старшего брата. Мама, можно я не пойду в школу? Я останусь с Алиночкой. Я так за нее беспокоюсь. В этих словах вот есть, конечно, хитрость, но, вы знаете, есть какая-то и искренность. Он ее укачивает. Мама, я за нее ответственный. Ты не оставляй ее на кроватке. Ты не забыла? Ты не оставляй ее в кроватке. Вот он мне напоминает даже вот какие-то вот мелочи, но очень важные. И это тоже его качество, ответственность, забота о младшем. За него я тоже спокойна. Он увлекается шахматами, он пловец, занимается в школе плавания дельфин. И это, конечно, закаляет его.
Наш Эльдар самый шебутной мальчик. Он и спортивный, он и любознательный, он и требовательный. Ты не забыла приготовить? А вообще, картошка по-французски, она не так готовится, мам. У нас в школе подают намного вкуснее. Вот он не боится сделать замечания, критика в его устах звучит день и ночь. Ну, он такой, он лидер. И вот его лидерские качества, ну, хотелось бы, чтобы они, конечно, только были во благо. В его благо, в развитии его будущей семьи, ну и на радость нам всем. Ну, Алиночка — это солнышко. Когда она родилась, это было 3 марта, канун 8 марта. Я родила девочку в центре матери и детства, материнства, детства в городе Астана. Это большой комплекс, это большие люди, большие профессионалы, врачи, которые дарят жизнь, борются за жизнь каждого человека, независимо, кто он есть. Он человек, он для них ценен, для каждого врача. Я очень благодарна этим людям. И вот, глядя в окно, я видела, как идут мужчины с букетами цветов, с красивыми пакетами. Это подарки женщины, женщинам. А мой подарок рядом со мной – это малышка. И вот пришли мне, можно сказать, в сердце такие строчки, такая мелодия. Да, ты моя радость, ты мое счастье, солнечный свет. Пусть Бог нам подарит много счастливых, радостных лет. Вот такая строчка и музыкальная родилась в моей душе, благодаря, конечно, вот ее глазкам, ее улыбке, ее появлению на свет. И я тоже знаю, что впереди все только самое лучшее. Какие бы экономические сложности ни были, со мной моя семья. С нами все мы, каждый из нас, мы рядом. Мы едины, и в этом наша сила. А если бы вам предложили усыновить ребенка, или бы вы, ну, вдруг так нечаянно увидели одинокого ребенка, который бы нуждался в материнской любви, как бы вы поступили? Леночка, вы провидица. Вот этими мыслями я и живу. Даже вот будучи беременной, я всегда думаю о тех детях, кому не хватает материнского тепла, семейной заботы. И вокруг меня есть примеры. Это прекрасная женщина Сауле, фамилию я ее не могу назвать. У нее 3 своих детей и 2 ребенка приемных. И вот почему так случается? Ведь семья уже полная, забот и так не в проворот. Но вот с появлением каждого ребенка хочется вот твои какие-то вот действительно духовные качества, вот доброта, забота, вот переживание, вот это все обостряется. И хочется делиться, отдавать. И я, если мне позволит общество, общественность, если мне позволит, ну, администрация города, опека, даже, возможно, может это случиться. Если нашей семье это позволит, мы бы усыновили ребенка. Но вот я знаю, что в Татарстане и в Казахстане у нас, по-моему, тоже дома ребенка, интернат, все-таки они идут на убыль, и это очень положительный фактор. Это здорово. Значит, в нашем обществе духовные ценности, они преобладают над какими-то материальными и, ну, скажем так, конъюнктурными. Вот есть примеры вокруг. Все-таки наш Казахстан славен тем, что у нас в Казахстане детей рожают не для того, чтобы получить какие-то субсидии. Нет, совсем нет.
Но они бы тоже не помешали. Они есть небольшие, они есть, но я думаю, что год от года государство будет проявлять еще больше заботу о больших многодетных семьях, вообще о семье, потому что это действительно главная часть общества, самая важная часть. Но рождаются дети, потому что это традиция казахского народа. Потому что когда много, тогда веселее, тогда дружнее, тогда задорней, тогда легче все равно, легче взяться за новое дело, принять решение. Тогда есть смысл жизни. Вот мне нравится, когда старый Аташка идет с внучком, ладошка в ладошке, и ты идешь и умиляешься, и улыбаешься, и понимаешь, что у этой страны есть будущее, потому что стар и млад, нога в ногу, рядом. Ну и от этого душе теплее, сердцу. И ты сам стараешься вот эти традиции перенимать. Поэтому нам очень повезло, что мы вот традиции многодетных семей черпаем у нашего казахского народа. Ну не бояться. 6 детей. В Актюбинске моя подружка, тренер по художественной гимнастике, звонила и говорит о том, что очень много работы. 6 детей – это норма в Актюбинске. Ну и в южных регионах это тоже норма. Поэтому у нас, я думаю, семьи только будут расширяться, несмотря ни на что. Вы думаете, что это сейчас станет более актуально, рожать много детей? Ну, актуальность ли это? Вы знаете, все-таки это больше потребность твоей души. Вот чего-то не хватает. Вот, ну, дети сами говорят о том, что котенка, собачку, да. Ну, а почему бы не малышку, а сестричку? Вот моя племяшечка тоже ждет, не дождется, когда мама принесет еще нового малыша, моя сестра родная. Ну, их двое, их немного, но она мечтает. Об этом взывает ребенок сам. Мама, мама, когда же это случится? Поэтому многодетные семьи, я думаю, в этом сила нашей страны, в этом сила нашего народа казахстанского. Если ребенок просит брата или сестру, нужно обязательно исполнить его желание? Ну, обязательно. Я думаю, даже если нет, вот сейчас, к сожалению, вот такой фактор экологически, да, подводит. Многие молодые семьи не могут иметь детей. Не надо бояться, нужно усыновлять. Для меня нет чужих детей. И я думаю, для человека, который ищет, который развивается, он читает, он работает, он мыслит, он чувствует. Для него дети это, ну, дети это наши все, они общие. Дети это наше богатство. Богатство нашего общества. Поэтому, конечно, может, это и не станет актуальностью. Но я вижу в этом выход из кризиса духовного. Потому что, когда ты заботишься, когда ты занят, когда ты сердечно, чутко проявляешь заботу о ближнем, ты не зациклен на своих каких-то срывах, может быть, на недостатках. Ты все время в тонусе, ты все время должен быть здоровым, улыбчивым, добрым. Ты всегда бежишь, думая о своих детках, забегаешь в магазин, тут же им звонишь, прибегаешь, делаешь уроки вместе, учишь стихотворение, заглядываешь в интернет не за новостями, а гламурных каких-то новостях, а ты учишься с ними. Вместе обучаешься. Ну и это тоже движение вперед. Дети — это всегда движение вперед. После ваших слов теперь неудивительно мне, что ваша семья победила в областном туре республиканского конкурса «Мерилэ Атбасы». Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. А вот когда как раз в нашей семье появилась Алиночка, нам позвонили, городской конкурс «Мерилэ Атбасы». Первая моя реакция в нашем городе, в нашей области,
очень много достойных семей, намного достойнее, чем мы. Ну, мы скромная развивающаяся семья. У нас есть свои какие-то недостатки, есть над чем работать нам, что исправлять, к чему стремиться. Оглянитесь вокруг. Нет, мы настаиваем на вашей семье. К нам позвонила Ассамблея народа Казахстана, областная наша. Но мы откликнулись, потому что у нас есть портфолио, есть грамоты, у детишек очень много грамот собранных за участие в общественной жизни, в учебной жизни. Так же, как и у меня, у мужа. Все это мы подали, заявку. Нам с радостью позвонили, чтобы мы подали на следующий этап областной. На областном этапе тоже нас отметили, наградили большим телевизором плазменным. Ну, конечно, 35 семей, вообще вот этот конкурс, мне очень понравился, что в этом году все семьи были отмечены большими подарками, вниманием администрации области, вот, зрительским вниманием, общественностью города нашего, общественностью области. И это, конечно, достойно благодарности. Мы очень благодарны. И потом, как подарок, поездка в Астану. Шились новые костюмы, платья, да. И мы поехали в Астану, в большой концертный зал, зал «Казахстан». Он находится возле главного здания нашей страны, Ак-Орда президента. Очень красивый зал, очень много семей, 16 семей из 16 регионов нашего Казахстана. Семьи, на самом деле, Лена, вот действительно большие. Мы были самая скромная семья, четверо детей. 10 детей, 8, 7 детей, из них трое детишек, ребятишек приемных. То есть вот, ну, весь спектр единства. Как можно выбрать лучших? Вот именно, вот, вот семьи многие говорили, ну вот красивая грамота президентская нам была подарена всем семьям одинаковые призы были подарены, и все-таки одну семью отметили, она набрала очень много голосов, за нее проголосовал весь Казахстан, это семья металлургов, главе семьи 90 лет, бабушке 85 лет, 10 детей у них, внуки, правнуки, ну, это такая трудовая династия. Мы были очень даже довольны и согласны с решением комиссии, но в этом конкурсе нет победителей. Все семьи достойны главного приза, и главное, что мы встретились, мы увидели друг друга, увидели, какими бывают семьи, дружными, многодетными, действительно. Этого не нужно бояться, все решается, все решаем. В заключение хотелось бы от вас, Зарема, услышать, знаете, какие-то такие слова, напутствия, может быть, молодым семьям. Ну, дом, где счастье. Счастье. Счастье там, где тебя ждут, не помнят о злом. Вот этот дом, это и есть счастье. Счастье — это твоя семья, потому что ты, тебя там ждут, тебя поймут. Тебя окружат заботой, лаской, вниманием, молча даже поймут и примут твою сторону. И вот эта крепость, вот этот уголок, каждый называет по-своему, райский уголок, это твоя семья. И нужно, конечно, стремиться, пусть даже один ребенок в семье, пусть один ребенок, рядом кошечка и собачечка, и это семья твоя. Нужно просто беречь все эти чувства и беречь не для себя, беречь, отдавая любимому, отдавая близкому, отдавая свои чувства окружающим всем. И на работе, и в доме в твоем, там, где ты живешь, соседям, ну, везде, и идя по улице, улыбаясь, благодаря, просто благодаря встречного, что он идет навстречу тебе. Просто пожелай ему счастья. Желая счастья другому, ты получаешь счастье сам. В свой дом получаешь счастье, счастье своим детям. Поэтому вот эта благодарность и желание, пожелание счастья близким, окружающим,
В этом и есть смысл жизни, в этом и есть движение вперед. Спасибо вам большое, что вы вообще есть такая позитивная, добрая. Спасибо большое. Я тоже вам пожелаю здоровья, успехов вашим детям. Всего вам доброго. Спасибо, Лена. Спасибо вашей программе.